Выборы для беларусаў гэта не толькі дзяржаўная падзея, але яшчэ і свята. Традыцыйна ў гэты дзень на выбарчых участках гучыць музыка. Тут ёсць што купіць і на што паглядзець. Паўсюдна падрыхтавалі выязны гандаль. Па даступных цэнах можна набыць харчовыя прамысловыя тавары. На некаторых участках арганізавалі дэгустацыі і рэалізацыю плодагароднінай прадукцыі. Приходят, берут, да, у нас свежая выпечка есть, все вкусное, кулинарное изделие, покупают, все хорошо. Святочный настрой подтримливают профессийные, самодейные коллективы и выканавцы. Организованы так само консультации специалистов. Например, на выборчем участку у Гомельском доме профсоюзов працуют представники товариства выратования на водах, Министерства по надзвычайных ситуациях, специалист банка и юрист. Усе консультации бесплатные. Те вопросы, которые они интересуют, мы можем разъяснить, и они получают исчерпывающий ответ, чтобы не идти в консультацию юридическую, где любая, как вы знаете, общение с адвокатом, она требует материальных затрат. Если вопрос, который мы не сможем ответить, то мы его берем на контроль, оставляем свои координаты и в последующем можем связаться с той службой, которая рассмотрит его по существу. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».